Так, друзья, мы на Енисее. Сегодня 2 февраля. Вот он, Енисей наш. Вот они, льдины по нему плывут. И только сейчас я видел уток. А вон она. И утку можете увидеть. Красота, благодать. Потеплело на улице минус 20. Дело к вечеру. Ночью опять будет 30, но это уже для нас есть норма. Та самая норма, когда деревья чувствуют себя комфортно относительно, когда очень много, нет, перехвалил, несколько дней сильнейший ветер ледяной. Вот, это я съемку делаю, потом покажу. Дело в том, что, Ирина Васильевна, плывут льдины, да? Плывут, вот они. А эти старые волки, ученые с этими, со степенями учеными. А уже ли забарай? А вода настолько теплая. Поверь мне, когда этот сегодня еще один написал, знаешь, что написал я? Значит, удивительно уникальный климат. Вода подогревает всю вот эту вот округу так, что здесь климат, как на юге Украины. А мы на юге Украины в марте картошку садим и получаем два урожая. Как я ему скажу? Он же как? Напиши ему, пожелали, чтобы вы здесь пожили, почувствовали, какой здесь юг Украины. Самое интересное, что переубедить невозможно. Просто невозможно переубедить. Вот льдины плывут, да? Было бы даже 3-4-5 градусов, они бы растаяли. Тем более плывут, а они издалека. Ну ладно. Это маленькое наблюдение тоже ляжет в мою копилку. Еще раз говорю, деревья, да, минус 30-35, наши чувствуют себя прекрасно. Нет, не роскошно, но, по крайней мере, они избавляются, как, знаете, в стародавние времена, якобы, в сельских домах, когда совсем засилие насекомых, и тараканов особенно было, уходили ночевать в баню, на пару дней открывали окна, двери полностью, не топили печку, и все это зараза замерзала. Здесь прямо в таком же виде у нас замерзает все то, что должно уничтожить деревья, листья и прочее, кору и так далее. Вот. Ну и исходя из этих соображений, можно считать, что какой-то относительный баланс у нас есть. Знаешь, Ирина Васильевна, что сказал Курдюмов? Всенародно написал. Повезло Железу, что живет в Сибири. Я 40 лет мечтаю погреть косточки где-нибудь на Кубани, рядом с ним в Сочи. И ты знаешь, Ира, ни одного туриста. Сравнивали с климатом... Сравнивали с климатом это самое Турции, сравнивали с климатом Ашхабада. Чего, у нас? Да. Они что, больные там? Они не больные, они не могут привыкнуть к той мысли, что у нас действительно морозы полозносят. Климат Ашхабада. Мы Новый год не знаем, не знаем, куда девать эти фрукты, бедные. Это совсем больные. Вон по 30-40 градусов. Да, ладно, это бесполезно. Их уже не переделать. Лишь бы нам поверили те, кто действительно хочет вырастить сад. Благодарю за внимание.